Вітаю в ефірі «У дорозі щоденник». Сьогодні розкажемо про двох талановитих жінок на ім'я Олена – Блаватська та Ган. Дочка і мати – письменниці, люди непростої долі. В ряду гениев есть имя писательницы, менее заметное, но не менее важное в контексте истории нашей литературы. Это имя Елены Андреевны Ган. Она ровесница Шевченко и Лермонтова. Елена Андреевна Ган всей своей жизнью связана с нашим краем. Большая часть ее произведений рождались здесь, в Екатеринославе, или же под впечатлением событий, происходивших в нашем городе, в нашем крае. З юності Олена Андріївна Ган зналася з Сергієм Кривцовим та Володимиром Бенедиктовим. Її твори оцінили Тургенєв та Белінський. Порівнюють Олену Ган з французькою письменницею Жорж Санд. Про життя і творчість цієї унікальної жінки розкажемо за мить. Елена Андреевна Ган в девичестве Елена Фадеева родилась в местечке Ржищево Киевской губернии. И потом, когда она станет писательницей, она возьмет себе литературный псевдоним, очень странный. Она будет называть себя Зинаида Рва. Имя – это имя одной из ее любимых героинь. А Рва – это местечко Ржищево, в котором она родилась. Так родился ее псевдоним. Но это будет потом. Олена Ган народилася у 1814 році у Київській губернії. Її батько – державний діяч та мемуарист Андрій Фадєєв. Мати – княжна Олена Довгорука. Глава сім'ї, дворянин Андрій Михайлович Фадєєв, був назначений сюди на службу в новоросійську контору опікунства іноземних переселенців. Він служить молодшим помічником судді в конторі опікунства, а через 3 роки він вже займає должность начальника канцелярії. І до кінця своєї служби в Екатеринославі, до 1834 року, він буде служити начальником канцелярії. Дружина Андрія Фадєєва, Олена Довгорука, була однією з найосвіченіших жінок кінця 18-го, початку 19-го століття. Вона знала 5 іноземних мов, вона замечательно музицировала і рисувала. Вона була ученою дамою, вона вела переписку з багатьма європейськими ученими. Вони приїжджали лично к ней познакомиться. В центрі її научних інтересів були ботаніка, археологія, орнітологія, нумізматика, а також мінералогія. Єлена Павловна була ще відома як відомий колекціонер історичних рідкостей. У 1815-му родина Фадєєвих переїхала до Катеринослава. Сім'я через год покупает усадьбу на улице Петербургской, ныне это Ленинградская, 11. И вот здесь, в доме с большим садом, провела свои детские и юношеские годы Елена Андреевна Ган. У цій же садибі з'явиться на світ і дочка Олени Ган – Олена Блаватська. В нем родилась Елена Петровна Блаватская. В 1991 году на доме повесили мемориальную доску, которая отметила вот рождение и принадлежность Елены Петровны к этой усадьбе в Екатеринославе. А 91 год ЮНЕСКО объявила годом Блаватской. История стала понемногу возвращаться. Но прежде, в 1987 году, этот дом был взят под охрану как памятник истории и культуры, как дом, в котором родилась писательница Елена Андреевна Ган. Батьки Олени Ган чимало уваги приділяли освіті і вихованню дітей. У будинку зберігалася величезна бібліотека. Гостями та родичами сім'ї Фадєєвих були поетеса Євдокія Ростопчина і мемуаристка Катерина Сушкова. Тож не дивно, що Олена випробовує свій літературний талант ще у дитинстві. А тоді в юності вона... Хорошо образованная девушка совсем в юном возрасте начинает пробовать свои литературные возможности. И, как вспоминает в одном из писем, она начинает сочинять музыку и стихи. Но Екатерина Витте, ее младшая сестра, пишет о том, что, к сожалению, она очень строго относилась к своему раннему творчеству, поэтому эти произведения нам неизвестны. Увы, мы не знаем Елену Ган поэтессу, мы не знаем Елену Ган композитора. Нам досталась только Елена Андреевна Ган писательница. Там волны ветер.
вечно кипят и клокочут, прорываясь сквозь гранитные стены. И можно подумать, что дух мглы взгромоздил камни на камни, скалы на скалы, чтобы загородить путь волнам или выбросить реку из ее ложа. Но гордая река, свидетельница славы князей наших, не уступает. Собрав все силы, она взбирается с камня на камень, кидается в бездны, крутится, бьет фонтанами и, не находя выхода, с ревом отчаяния снова взбирается на утесы. С наступлением весны промышленники спешат воспользоваться полноводьем, чтобы переплыть страшные пороги. Несколько пней, скрепленных деревянными гвоздями, составляют их флот. И отважные сыны Украины вверяют этим утлым судам свое богатство и свою жизнь. Они выжидают ясного дня, служат молебен, одеваются в чистые рубашки, как будто готовятся к смерти, и пускаются вниз по реке. У центрі творчості Олени Ган зовсім нетипові для її часу сюжети. Вона писала про жінку та жіноче щастя, про любов і переживання та про самореалізацію. Олена Ган дуже рано вийшла заміж. Її чоловік військовий, удвічі старший за неї. В 16 років, красива, хорошо образована, музикальна і літературно одарена дівчинка вийшла заміж за кадрового воєнного, офіцера конної артилерії, виходця з старинного знатного німецького роду, 32-літнього барона Петра Олексійовича Гана. Свадьба состоялась в 1830 году. За рік у родині Ган народжується первісток – донька Олена. Вона буде знана на увесь світ як Олена Петрівна Блаватська. Але це станеться значно пізніше, поки сім'я військового Петра фон Гана поневіряється по різних містах і селах. Времени тяжелого не было. Ну, во-первых, это были военные походы, а Петр Алексеевич находился в длительном походе. Последующие годы жизни также будут проходить в разных селах и городках Екатеринославской губернии. И второй сын Елены Андреевны, сын Сашенька, в младенческом возрасте, к сожалению, вот умрет, потому что не сможет получить должной медицинской помощи. Дослідники мимохід згадують, що Олена Ган була не дуже щасливою в заміжжі. Очевидно, на подружньому житті позначилася і смерть сина, і постійні переїзди. Але Олена Ган не стала шукати щастя поза родиною. Вона з головою поринула в літературу. У 1835-му майбутня письменниця знайомиться з Осипом Синьковським, редактором журналу «Бібліотека для читання». На його прохання Олена Ган починає перекладати з французької. Но ей оказалось тесно в рамках переводчицы, и уже очень скоро, в 1837, она опубликовала свое первое произведение, которое назвала «Идеал». Это удивительно, так бывает не часто, но «Идеал» сразу же оказалось достаточно зрелым произведением Елены Андреевны Ган, и его нельзя назвать ни ученическим, ни пробным, ни изначальным. Это повесть, которая и сегодня может считаться вполне сложившейся, вполне профессионально написанным литературным произведением. Слідом за «Ідеалом» Олена Ган під псевдонімом Зінаїда Рва публікує ще 11 повістей. Ее очень хорошо знали даже ее современники. Она стала невероятно быстро известной и популярной. И при том, что она женщина из аристократического общества, дворянка, пыталась скрыть свое имя, в то время было не принято, чтобы женщина из ее среды писала и публиковала свои произведения. Ей не удалось надолго скрыть свое имя, и отечественный читатель достаточно быстро знал, что за ним скрывается Елена Андреевна Ган. Она невероятно тяготилась этой славой. Она говорила, что она иногда чувствует себя слоном, которого водят по улицам, и на которого смотрят с недоумением и с большим интересом, как на диво дивное. Критики высоко оценили творчество молодой письменницы. В этой женщине было и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений. И не отказала природа в тех простых и сладких звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь. Не поскупився на добрий відгук про творчість Олени Ган навіть один з найсуворіших критиків свого часу – Віссаріон Белінський. Не являлась еще на Русі женщиной столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву может гордиться ее именем и ее произведением.
О чем она писала? Она писала о женщине, о ее судьбе. Трепетно относясь, в общем, к тому, о чем пишет, она поднимала вопросы женского счастья, вопросы женской любви, женской самореализации. Она писала о том, что женщина имеет творческую душу и, в общем, необходимость для творческой и душевной, духовной самореализации. Об этом ее произведение. Но в то же время, будучи человеком очень высоконравственным, преданным своей семье, своим детям, она никогда не выходила за рамки именно вот осмысления, духовного осмысления роли женщины. Червоною ниткою крізь твори Олени Ган проходить опис Катеринослава та дніпрових порогів. В ее произведениях Екатеринослав фигурирует очень часто в разных ракурсах. Есть описание Екатеринославского бала. Есть совершенно потрясающее, изумительное по своей красоте описание Днепра и порогов. Ведь дом, в котором она прожила здесь большую часть жизни, стоял прямо на берегу Днепра. И любоваться его красотой она могла в течение многих лет. И это так глубоко вошло в нее, эта тема, что она написала невероятно красивую картину Днепра, порогов. И я думаю, что мало, наверное, в литературе описаний порогов столь же ярких, эмоциональных, страстных, по сути, по своему изложению. Елена Андреевна могла видеть, конечно же, Днепр из окон своего дома. Петербургская – это была последняя улица, последняя линия застройки вот Екатеринославского берега в этом месте. Уже позже здесь появились постройки. А в бытность Елены Андреевны она, конечно, могла созерцать эту реку и видеть пейзажи. Про них вона і писала. Літературний шлях Олени Ган був коротким. У 1842 році через хворобу письменниця померла. Она болела чахоткой, болезнь развивалась очень стремительно, и доктора ничем не могли помочь. Ей прописали морской воздух, для этого ее отвезли в Одессу, попробовали привлечь одесских докторов, считая, что они могут помочь. Но, к сожалению, ничего нельзя было сделать, и в июне 1842 года Елена Андреевна в возрасте 28 лет умерла. На надгробном камне Елены Андреевны высечены слова из последнего ее произведения «Сила души убила жизнь». Она превращала слезы и вздохи свои в слова. Олена Ган до останнього піклувалася про своїх дітей. Вона дуже переживала, наче перечувала їхню долю. Особливо їй було тривожно за старшу доньку Олену. Она знает о том, что она умирает, о том, что болезнь очень серьезная, и она волновалась о Елене Петровне, старшей дочери, очень сильно, вплоть до того, что она говорила на смертном одре, что Елена меня волнует больше всех. Наверное, может быть и хорошо, что я умираю и не увижу всех ее страданий, потому что я уверена, говорит мама, что Елене предстоит очень нелегкая жизнь. И это действительно было так. Олена Ган у заміжжі Блаватська – мандрівниця, письменниця, засновниця Теософського товариства і просто дивовижна жінка. Про неї багато пишуть. Одні переказують суміш наклепу з напівправдою, інші намагаються докопатися до істини. После смерти матери детей семьи Ган забирают к себе бабушка и дедушка Фадеевы. И они уже переезжают с семьей Фадеевых к новым местам службы Андрея Михайловича Фадеева. И так в 1846 году семья приезжает к последнему месту службы главы семьи в Тифлис, на Кавказ. Именно там Елена Петровна в 1849 году, в неполных 18 лет, выйдет замуж за ереванского вице-губернатора Никифора Васильевича Блаватского. Никифор Васильевич был представителем дворянского рода, был полтавским помещиком. Вона ніколи не прагнула вийти заміж, та й наважилася на цей крок тільки для того, щоб позбутися надмірної опіки рідних. Натомість Олена Блаватська потрапила у нову залежність від чоловіка.
Елена Петровна была девушкой довольно свободной, отличалась своим вольным характером, и поэтому она решила, что в замужестве она как раз и сможет найти ту свободу. Но поняла, что попадает в другую зависимость от мужа, и очень быстро вернулась в дом к своим родственникам. Та не затрималася там надовго. Олена Блаватська спакувала валізи і вирушила у 10-літню подорож світом. Это будет сначала Константинополь, потом это будет Африка, это будет Европа, это будет Индия, Америка. И вернется она в Россию уже через 10 лет после своего отсутствия. Дело в том, что путешествия Елены Петровны отличались от путешествия вот каких-то таких барышень, которые искали приключения или желали развеяться. Елена Петровна собирала знания. Она собирала знания о том, во что люди верят. Ее интересовали верования людей. З невеликими перервами подорожі Олени Петрівни тривали до початку 1870-х років. Вона об'їхала Сирію, Єгипет, Францію, Німеччину, Італію. Та найбільше її цікавили Індія і Тибет. Вона відправиться в Тибет, де проведе 7 років життя. Там вона отримає сокровенні знання і покинет Тибет в 1871 году, возможно, для того, чтобы поделиться с миром вот теми древними знаниями, частицей той знаний, которые получила в Тибете на Востоке. Она отправится в Нью-Йорк. Там же, в Нью-Йорке, в 1875 году, вместе со своими сподвижниками и соратниками Генри Алькотом и Уильямом Джаджем, она основала Теософское общество. Сама Елена Петровна занимала очень скромное место. Она была пресс-секретарем, секретарем-корреспондентом этого общества. Президентом стал Генри Алькот. Теософія ставить істину над Богом та всіма релігіями. За це теософів, зокрема й Олену Петрівну, не дуже шанують у церкві. Але її послідовники і сьогодні бачать сакральний сенс у написаному та сказаному Блаватською. Основной задачей международного теософского общества является задача формирования братства человечества. Опять-таки, я уже сказала о том, что братство предполагает нашу тонкую составляющую, которая является источником для каждого человека и которая объединяет нас всех в единое человечество. Поэтому мы можем сказать, что каждый из нас брат другому. Не по маме, не по папе, а именно по космическим принципам нашим. И теософское общество как раз основной задачей и ставит осознание или формирование этого братства человечества. То есть самое главное при формировании – это, естественно, осознать, что мы все являемся братьями. Цю науку несла через своє життя Олена Блаватська. Вы знаете, сама Елена Петровна говорила, что она не придумала теософию, что теософия существовала с начала существования человечества. Теософия – это Тео, Бог, и София – мудрость, то есть божественная мудрость. Померла Олена Блаватська 8 травня 1891 року. Цей день і понині відзначають як День Білого Лотоса. Генри Алькот, с которым они вместе создавали Теософское общество, говорил, что в тот год вот там вот в Индии, в штаб-квартире Теософского общества, необыкновенно цвели белые лотосы. Такого не было прежде. Пам'ять про двох Олен, матір та дочку, котрі нерозривно пов'язані з нашим містом, зберігають у музеї літературне Придніпров'я і у центрі Олени Петрівни Блаватської та її родини. Нам демонструють цікаві і таємничі експонати. Гордостью говорим, что на этой выставке экспонируется парный портрет, прижизненный для Елены Петровны Блаватской. Она изображена на нем вместе со своей матерью и посмертный для ее матери. То есть портрет две Елены, на котором мы видим и Елену Андреевну Ган, и Елену Петровну Блаватскую. Загадка этого портрета в том, что он появился уже после того, как Елены Андреевны Ган не стало. Серед ймовірних авторів портрета називають чоловіка Олени Ган Петра фон Гана та доньку Олену Блаватську. Але можливо, що він належав пензлю невідомого майстра.
Когда многие, кто знает о Блаватской, смотрят на этот портрет, они в недоумении, потому что они знают о том, что Елене Петровне Блаватской было 11, когда мать умерла. На портрете же изображена 15-16-летняя девушка. И вопрос этот имеет вполне конкретный ответ. Дело в том, что в 1845 году отец Блаватской, уже вдовец, уже через 3 года после смерти Елены Андреевны Ган, выходит в отставку и вместе со старшей дочерью отправляется в путешествие в Европу. Об этом Елена Петровна сама Блаватская рассказывает в своих воспоминаниях. И мы предполагаем, что именно во время этого путешествия и, скорее всего, что по инициативе отца этот портрет был написан, где дочь Елена Петровна Блаватская, будущая, тогда еще Елена Петровна Ган, позирует художнику, а портрет матери пишут по памяти. Родина Ган і по сьогодні зберігає ще одну нерозгадану таємницю. Ось цей малюнок називають вівтарем істини. Автором значиться чи то матір, чи то донька Олена Ган. І в одному із архівів бувшого Совєтського Союзу наші друзі знайшли дуже цікавий рисунок. Цей рисунок был приписан к архиву Елены Андреевны Ган. Там изображался алтарь истины. И была подпись «Елена Ган». Конечно, можно рассуждать, какой руке принадлежит этот рисунок, матери или дочери, потому что Елена Ган была не одна, а их было две. Мама Елена Андреевна Ган и дочь Елена Петровна Ган. Это в замужестве Елена Петровна взяла фамилию своего мужа и стала Еленой Петровной Блаватской. Так вот, этот рисунок «Алтарь истины», кто бы его ни нарисовал, но если это нарисовала мама, то она действительно была очень интуитивным человеком, потому что Елена Петровна Блаватская посвятила всю свою жизнь тому, чтобы вести людей к истине. И этот символ алтаря истины очень многозначительно об этом говорит. Про інших цікавих людей, котрі пов'язані з нашим містом, та про їхні долі дивіться у наступних випусках. Ми покажемо вам місця, котрі необхідно відвідати, та розкажемо історії, які треба знати. Зустрінемося за тиждень.